железнодорожным транспортом осуществляется в штатном режиме. Аэропорты столицы работают по фактической погоде. Закон о тестировании учащихся на наркотики не нужен. Это дело родительских комитетов и школ, так считает глава ФСКН Виктор Иванов. Между тем, сегодня соответствующий законопроект рассматривает в первом чтении Государственная Дума. Эксперименты проводились в отдельных регионах. Теперь же инициатива выходит на федеральный уровень. В соответствии с проектом начинающих наркоманов будут выявлять в два этапа. Первое – это социально-психологическое тестирование, которое будут проводить школьные и вузовские психологи. Второй этап – это профилактические и медицинские осмотры.